Приветствую вас, мои уважаемые зрители. Я знаю, что вы сейчас застыли перед экранами, а может быть, некоторые даже взяли ручки и бумагу, чтобы записать, как же все-таки я избавилась от папиллом. Но давайте сначала расскажу вам предысторию этого ролика. Однажды, в 2017 году, а точнее 23 января 2017 года, на моем канале вышел ролик под названием «Метод Оганян избавил меня от папиллом». Вот он, этот ролик. Ну, а потом это все, естественно, забылось. А когда мне исполнилось 50 лет, однажды я обнаружила у себя на шее точно такую же папилломочку. За 3 года ролик набрал 940 тысяч 66 просмотров. Около миллиона просмотров на моем, ну, таком средненьком канале. Для меня это очень большая цифра. И этот ролик вышел в тройку наиболее часто просматриваемых роликов на моем канале. Для меня это было удивлением и открытием, потому что, когда я писала этот ролик, это было так, ну, промежуточное такое видео, чтобы заткнуть брешь. Я просто рассказала в очередной раз, какой результат я получила по итогу очищения организма по методу Марва Оганян. И когда я написала, озаглавила этот ролик «Метод Оганян избавил меня от папиллом», я была в полной уверенности, что у зрителей не возникнет ни одного вопроса по поводу того, каким же все-таки образом я избавилась от папиллом. Но не тут-то было. Моему удивлению не было предела, потому что под этим роликом посыпался шквал комментариев. И каких комментариев? На сегодняшний день это 535 комментариев под роликом. Может показаться, что это не очень большое количество комментариев, но удивляет не само количество этих комментариев, а то содержание, которым наполнены эти комментарии. Процентов 80, а может быть даже 90 всех комментирующих, грубо говоря, просто обосрали меня с этим роликом, потому что они не получили ответа на свой вопрос. Из того, что под этим роликом очень много комментариев людей, которые действительно являются носителями папиллом и ищут способ, как от них избавиться, я поняла, что проблема очень актуальна. Но я не думала, что люди, имеющие папилломы, так недогадливы. Ну, смотрите, привожу конкретные примеры. Я вам просто зачитаю несколько комментариев, наиболее типичных для этого видео. Хочу просто, чтобы вы немножко посмеялись. Зачем тратить время свое и чужое на болтовню? А можно покороче и поконкретнее? Но что вы тянете рассказ? Сразу же можно объяснить о лечении без длинного предисловия. Ну ты красава! Столько воды, а взять в руки нечего! Да как где же сам метод очищения от папиллом? Ждал рецепта, а его так и не прозвучало. А для кого был этот ролик и зачем? Бредятина, длинная и пустая, лишь бы не молча. Невозможно слушать. Какая ты нудная, ничего конкретного не сказала. Советую сходить к гинекологу. Ну и сказочница, а можно поконкретнее и покороче? Зачем вся эта мутата? Знаешь рецепт? Скажи, а не лей воду. Что за ролик? Совесть есть? Зачем отнимаешь у людей время, несешь чепуху? Много слов, а где рецепт? Как очистить организм? Ужас! Болтала, и ничего существенного. Сама хоть понимаешь, что чепуху городишь? Пустая болтология, противно слушать. Бла-бла-бла, только время потратила, ничего существенного. Не смог досмотреть до конца, одна вода. Пипец, а где конкретно метод? Ролик ни о чем. Совесть надо иметь, противно болтовню слушать. Надо говорить по существу. Сказки писали братья Гримм,
Некогда слушать ваше излияние. Чем лечиться? Болтовня никому не нужна. Зачем я потратила свое время на видео? Просто поговорить захотела на видео. Капец. И большими буквами. Что за метод? Можно узнать, что вы делали? Но есть и те, которые очень хорошо постебались. У кого папилломы, ставим лайк. В этом ролике я так и не дождалась, как избавиться от папиллом. Но нельзя же так нагло отнимать наше время. Где метод? Ты что, дура? Что нам тут заливала? Сама хоть поняла? Хорошее название ролика. Накрутила особь просмотров. Папиллому тебе бы на язык. Но я не злая. Разводила охов, как я, и дальше. Да уж, сказать нечего. Чернышева просто трепушка. Ничего хорошего в ролике нет. Бла-бла-бла одно. Жалко потраченного времени. И так далее, и так далее, и тому подобное, и тому подобное. Итак, в этом ролике у нас лайков 6000, дизлайков 3000. Хотя бы это меня радует, что в два раза больше людей оказалось, которые на самом деле поняли, как же я все-таки избавился от папиллом. Дорогие мои зрители, но вы хоть сейчас-то понимаете, что вся суть этого вопроса скрывается в названии ролика, который называется «Метод Оганян избавил меня от папиллом». Я действительно использовала и продолжаю использовать в своей жизни метод Оганян, метод очищения организма Марвы Оганян, условное голодание по системе Марвы Оганян, которое я провожу периодически. Я надеялась, что люди, которые все поняли, они загуглят Марва Оганян или метод Марвы Оганян и используют для себя этот метод настолько, насколько они его поймут. И таким образом они так же, как и я, избавят себя от папиллом. Я надеялась на это. Но это видео доказало мне, как же все-таки много еще у нас людей, не подкованных информационно, не сведущих, не культурных. Но я ни в коем случае не ставлю это людям в вину. Это скорее беда, беда нашего общества, что мы живем по шаблонам, мы живем традиционно. И это, конечно, хорошо, традиции, но иногда полезно отступать от традиции, смотреть хоть немножечко влево и вправо и понимать, что в наше время существуют еще и нетрадиционные методы оздоровления организма. И если люди, которые годами пытаются лечиться от папиллом с помощью каких-то медицинских препаратов, или прижигать их, или что-то делать еще с собой такое, чтобы избавиться от них, если они понимают, что это лечение не приводит никаким результатам положительным, пора бы уже, наверное, оглянуться и спросить себя, а может быть я иду не тем путем? Так вот, друзья, если вы являетесь обладателем папиллом, вы, конечно же, понимаете, что это в вашем теле живет вирус папиллома человека, и этот вирус живет практически в каждом теле, просто проявляется он не у каждого. Но вы также должны понимать, что вирус любой, не только вирус папиллома, но и любой вирус, прежде всего, внедряется и процветает в том теле, которая предоставляет для него благоприятную среду. А благоприятная среда – это загрязненный организм. Организм, загрязненный шлаками и токсинами. Так вот, если вы регулярно будете очищать свой организм от шлаков и токсинов, то среда внутри вашего организма будет непригодной для этого вируса, и он не сможет там размножаться, он не сможет там активно жить. И в лучшем случае он просто погибнет, и вы избавитесь от этого вируса. Таким образом, вы избавитесь от внешних проявлений этого вируса, то есть от папиллом. Именно это произошло в моем случае. Когда я в 2016 году провела свой первый курс условного голодания по системе Марвы Оганян, загуглите, пожалуйста, это имя, я избавилась от некоторого количества папиллом, которые были у меня на шее. На сегодняшний день за моими плечами 6 курсов, за 4 года я провела 6 курсов условного голодания по системе Марвы Оганян. От моих папиллом не осталось и следа, и новые больше не вырастают. О чем это говорит? Это говорит о том, что я избавилась от
большого количества шлаков и токсинов. Я не утверждаю, что мое тело идеально чистое, и там нет ни одного шлака, ни одного токсина. Такого не бывает. Но мне удается поддерживать благодаря правильному питанию и благодаря регулярным курсам очищения, мне удается поддерживать вот эту чистоту внутри своего организма, благодаря которой я борюсь с любыми вирусами, не только с вирусом папилломы. Итак, друзья, если вы не знаете, что такое метод очищения Марвы Оганян, пожалуйста, опуститесь вниз под мой ролик сегодняшний. Прочтите все, что я вам рекомендую, все, что нужно вам найти, прочитать, узнать, прослушать. Пожалуйста, соберите всю информацию по методу Марвы Оганян, начните применять его в своей жизни, и вы убедитесь, что на самом деле этот метод работает, и что он спасает не только от вируса папилломы, но и практически от всех других проблем, связанных со здоровьем человека. Только для этого вам потребуется два условия, два очень важных условия. Это терпение и время. Если у вас есть и то, и другое, то успех вам обеспечен. Спасибо за просмотр и за комментарии. Я вас люблю и желаю всем удачи на выбранном пути. Ваша Баечья.